шире шаг. Так, поближе встаньте сюда. Я вопрос всем задам. Лены нету, значит, в час дня занятия. Иди сюда. Второе. Особенно прошу мужей подумать, как ответить мне. Во втором мостике, а там отрожек. Отрожек — это рукав как бы идет. И там никогда воды не было. Камыш, осока. Но мы подняли дамбу, и вода поднялась. И поднялась немало. Вот так вот. И туда заходит рыба. Но мы попробовали 3 дня назад прийти туда, разулись. Идти невозможно. О, отмер, почернел и развалился там камыш. И колет во всех направлениях ноги. Мы тут сварили специальные грабли, вот такой вот примера ширины. И рожки, ну, из восьмерки, 20 сантиметров. 3,5 метра ручки сделали, из берега забрасывали. А что берег? Он высокий, его весь выкосили туда. Это сколько, я скажу, 180, примерно 200 метров длина рукава с водой. Ну и вода все там меньше, меньше. Вот. Выкосили вокруг камыш, косили в 2 литовки вчера и закончили. А это мы бросаем сколько, ну и дальше тянем, прижимаем его и вытягиваем. Ну, каждый раз вот такой толщины этот волок. А потом дальше отбросили. Весной поднимется вода еще, она ушла сейчас. Теперь, которая на середине осталась, как вычистить этот мусор? На расстоянии 3,5 метров мы выбрали. На ту сторону еще пока мне не вышли, ну, это можно сделать. Как середина, вот ширина ее, ну, вот отсюда до комбайна бывает поменьше. Как? Глубина примерно вот такая, где-то поменьше. Ну, вариантов будет несколько, я думаю. Вода-то еще будет сходить. А. Вода же будет уровень понижаться, значит. Не будет она понижаться, там ее все уже законопатили. Там прорва она была, мы прорву засыпали. Да и хотя она будет понижаться, все равно остается там. Это как понятно, это выбрать, чтобы можно было с бреднем заходить? Как на шлюзе. Мы ловим-то из-за чего? Потому что там выбрано все, чистое. А там-то нет. Я разные варианты. Один из вариантов, ну, ясное дело, что как-то к берегу надо. Как к берегу? Я первый вариант такой подумал. Брать с собой лодку. Ну, сделать вешки такие, чтобы видно было. Ну, допустим, вешка от вешки 10 метров, так, чтобы видно было где. И 3 метра заканчивается, вот до Надежды Васильевны. Там уже стоя в воде, быть всем в сапогах, ну сколько, 2 человека. В лодке никого нету. Лодку там, петельку накинул. И подгребать, вот где вешки стоят. Теперь на ту сторону точно так же. Но это 80 сантиметров грабли. Подвинулись опять. Здесь будет волок большой. Это по-другому никак. Это. Но как его теперь... Нырять за ним я вначале, никакого, говорится, человека не хватит. Подумал, ванну, и ванну ногой загребать, поднимать в лодку, грузить, лодку к берегу, и там выгружать, и дальше. Вопрос стоит только о том, как отсюда поднять в лодку. Все остальное по-другому уже нельзя. Ясное дело, что на себе таскать не будешь. Граблями пока несешь, а наполовину из-под граблей уходит. Значит, в одно место с 2 сторон валик. И прометить вешками где. Дальше, когда это мы пройдем, ну, сколько там, метров 80, тогда опять сдвинуть. Теперь уже на 6, на 3 метра, если это на 6, это очень податливо. Теперь с этой стороны опять вешки проставить. Как вывести этот валик? То есть, как загрузить в лодку? То есть, мы все варианты перебрали. Да кого перебрали? Это никто не помогает. Я все мучаюсь этим вопросом. А рукав-то очень хороший. Видно, рыба прям плещется. Но взять ее никак нельзя. Нужно сначала подготовить, очистить. Вот с берега мы бросаем граблями, вычистили. Берег крутой, нашли, где он низкий, куда можно бредень затаскивать. То есть все это сделали. Но такого мы не знаем. Я ни в литературе, нигде не знаю. Как? Понимаете, почему я совет делаю? Где-то что-то работали сваи. Сваи здоровые, там видно бетонные, забиты. А теперь
демонтировать надо, убрать. И никто не знает, мы сейчас корабль подошел, а как? А мужик подошел один, говорит, а я вытащу вам бесплатно. Какой бесплатно? 2 миллиона отпустили на это. Я говорю, бесплатно, 2 рубля дадите, ладно. А что, говорит, железные веревки надо, он не знает, как назвать трос. Трос. А теперь, говорит, вы можете трос там привязать? У нас водолазы есть. Привязали, крепко только надо привязывать. А вверху за бревна, а бревна большие, ну, обыкновенные. Пусть они плавают. Ну, еще, подождите, зима придет. Это все морозится, и когда лед начнет подниматься, ваши свои, как гнилые зубы у бабки, все вылетят и утащат в море. Так и получилось. Он за каждые 3 примерно бревна, а как весна наступила, лед начал подниматься, и он их медленно-медленно все вытащил, а лед когда пошел, и все и ушло, никто не знает куда. Значит, опыт людей, я обращаюсь ко всем. Игорь, тебе особо, ты не молчи. Дело в том, что сколько мы тогда мороковали, какую машину покупать, а Игорев совет оказался самый точный. Купили без прицепа, ну, от Тихого до Атлантического океана проехали. 7 человек заходит, тонну почти берет с собой. Ну, вообще, разные варианты перебирали, разные машины. Это его совет, так что не надо забывать. Мы благодарны. Теперь поднатужьтесь. Нам это делать надо как можно быстрее уже с понедельника. Забыть про колорадских жуков. Почему? Или я день уже дальше будет холодать, 2 августа. Нам необходимо вычистить. Мы прошли вчера до конца и весь камыш с 2 сторон выкосили. Работа большая сделана. И с этой стороны, которую на 3 метра вытащили, вот приехал с Новосибирска, он 4 года назад крещение принимал, Дмитрий Сорокин. Это его наследники, он, жена. Молитесь о том, чтобы еще Бог дал помощника. Он один вчера делал, как я называю, за 2 или за 3. Что не скажешь, беспрекословно, камыш кучами такими надо тащить на берег, хотя бы на метр выше, чтобы весной не снесло. А теперь этот мусор-то несем, вот, это куча вот такого мусора с грязью перемешанная, вот такая охапка. Да 2 раза, 2 раз на это же место, тогда уже больше, а потом 3-й нету. И он один не разгибается туда-сюда, я гляжу уже, сам я устал смотреть даже. Ну где-то кашу немножко, где-то подтащу, какой работник-то? И ни раньше, ни позже Бог дал работника. Ну ему никак с работы нельзя, я бы прям заплатил ему за этот день. Так, думай, Игорь. Алеша, думай. Кто это? Назарий? Думай. Ага. Назарий, думай. А где это? Назарий? Назар. А где Назарий? В Тихий. Вон Назарий. Ну-ка, иди сюда. Так, иди сюда. Вот этого паренька звать тоже Назарий. 2 Назария у нас теперь. Познакомьтесь поближе. О! Так, Андрею я сказал... Владимир там был, Исаак, никого не пренебрегаем. Сестры, подумайте, как вывести. Я все это передумал, только как погрузить в лодку, один момент. А дальше лодку мы к берегу тащим, ну, на себя, она легко идет. А для лодки не опасно, не проколите? Да она такое какое-то мягкое, нет, думаю, нет. Камыш, ну там вот таким он переломанный, ну идти нельзя. Кто будет помогать, если будет, это надо в сапогах быть и одежда. А потом все это, чтобы тебе ноги там не попортить. Вопрос, кто хотел бы нам помочь? Конечно, мужская крепкая сила. На один день. Нам очень надо этот рожок, этот 2-й мостик, который заворачивает и туда идет на сторону урывки. Там кусты далеко, бобер их все погрыз и везде встречается... Ветки бобром погрызенные. И мы его оживим. Там тогда и рыбачить можно, и все. Сегодня он мертвый, этот отрожек. Но весной волна поднимется чуть не на метр. Если бульдозер вот-вот придет, ну, конечно, это дорогое удовольствие. Примерно 250 тысяч мне надо готовить опять. А вам, сестры, готовить обедать. Я на вас надеюсь, как на 100%. Советы. Подумайте на обед, когда на занятия придем. Что хотел, Алексей?
Ну, у меня мысль какая. Давай. Сделать где-то 2 на 2 из уголка сварить. Что сделать? 2 на 2 где-то сделать. Или рамку. Рамку. Так. Крест-накрест, типа конверта, сетка рабица. Заносим его вдвоем туда, ложим, нагребаем на него и веревками на машинах вывозим. Пока будешь поднимать, это фантазия. Что, кого будешь поднимать? Держать? Будешь поднимать, там, и там в воде не добавить. Это не на суше, в воде. Сетку рабицы, нет. Ты его тянешь, он же... Тут даже так нагрузили, вот даже либо, лодка, либо понятно, на лодке. Подвинули к берегу, тут разгрузили, опять на метр выше скинули, а крутой берег-то. Повыше. Чтобы волна не снесла. Вот такой вот уголок можно сделать. Сережа, Сережа, это не сделать. Это очень тяжело. Мы даже, когда невод-то тащим, мы сделали отводы, и один по берегу идет, и по берегу идешь, вот так вот только перепер. Это все тяжело. Машина или трактором? Нет. Теоретически трактором даже не проходит, не то практически. Машина, мне кажется, возьмет. Андрюша, не молчи. Представь, в такой глубине я что-то буду держать. Что-то. Да ничего там на рабице не будет. Никак. Это фантазия называется. То, что мы думаем, я вначале думал так. Ванна и вал этот есть, он под ногами-то хорошо прощупывается. И дальше поднимать. И в лодку опрокидывать. Но там воды много. Другое я подумал, вилы брать. Лодка в стороне стоит. Вилами, как сено, поднимать. И ложить, самое простое. Ну а дальше полная лодка, так к берегу мы ее тут. Ну, к берегу это не больше 30 метров. Никогда так у меня не было, чтобы совсем немощный такой. Помните, когда дорогу делали? Какие варианты были? Мост не сделать, наконец сделали и везде написали, дно каменистое. Барабаш ломали там этот камень-то, и КАМАЗов 10, не КАМАЗов, этих самосвалов загнали, все, бульдозер удавил, с этими сваями загородили, и все стоит, все машины идут. Притом, эти уборку делали, то у них мощные машины, и ни одна не застревает, а вода течет, как горная река, ну, первый мостик-то. Ну и второй мостик это подправим, поднимем ту сторону. Шлюзу прошу, не прикасайтесь никогда. Камнем уложено. Научились. Батюшка, где он? А нам не важно это, нам лишь бы дорога была. Нет. Журавли поселились. Уток, там прямо много-много уток. И рыба. Дорога проехала, забыла, а это нет. Так, попутно сказать. Вчера я Назария чуть не долбанул. Он идет, бегает там с той стороны, я с этой стороны. И вдруг я поравнялся, вот когда Володя, он как прыгнул на мою сторону, я не знаю куда. Одного не отпускайте. Я тормознул, в сторону отвернул. Эта дорога принадлежит не ребенку. Я просто прошу, вчера я едва-едва... Ты видел вчера, как получилось? Когда... А где ты же рядом был, он с тобой был. Я вот еду, где он как прыгнул, как зайчонок, прям под ноги. Я только тормозул от него вот так вот. Так, братья, я очень прошу, поднатужьтесь. Мне нужно только... Валик уже знаем, как сделаем. По-другому никак, надо сначала собрать кучу. Как мне поднять в лодку это? Я беру два варианта. Пробовал в ванну, воды много, это выливать никак ты не будешь, да? Поднимать тоже. А вилами это мы как на вильник, вот такой-то поднимешь где. Сделать какие-то вилы, чтобы они не острые были. Нам не сделать сейчас. Вот бывают вилы такие, картофельные. Картошку грузить. Игнать Иванович, сделать дамбу и спустить воду. У меня есть вилы вот такой ширины и на концах, как шарики. И зайду я к тебе. Я знаю такое, картошку грузить им. Сегодня у нас занятие с часу дня будет. Вот, Дмитрию, вопросы есть какие? А что, они уже уезжают? Вот я говорю, смотри, на дороге-то играют-то. Так что это нехорошее дело. Я зайду к тебе. Дашь, черенок длинный у ней? Вообще без черенка, только сами. Ну я сделаю еще. Да, конечно. А зубья длинные? Да, вот такой длины. Подходящие. И вот такой вот, ширины. Просто грузить, когда поднимаешь, шире, вода стечет. Так еще подумайте, пока этот вариант наилучший. Глушков. У тебя аналитический разум. Либо
либо деревянную это дело опускается. Он все данные нам показал этой газели-то, и мы взяли. И не прогадали. Ну, 120 тысяч километров проехали, не, нигде не застряли. Она как танк идет. Ну и жрет, конечно. Только в одном направлении мы на горючее потратили 440 тысяч, полмиллиона. Ну так она груженная. Людей сколько? Ну, вашу машину семеро-то, наверное, не разрешат. Вот эту только разрешат у тебя. Так, мне нужен совет, чтобы завтра мы могли приступить. И, конечно, работники. На улице, это, Владимир, на берегу сможешь относить в сторону? Ну все, на берегу будет. Мне нужно, чтобы двое поднимали там. Конечно, там нужны мужчины.